Добрый день. Часто задаете вопросы в комментариях и также в личных сообщениях о каталоге моделей и силиконовых форм. Что я могу делать, изготавливать на заказ? Как такового каталога у меня нет, но могу показать модели, которые у меня сейчас имеются в наличии и с которых я могу снимать силиконовую форму. Значит, вот бучок вот такого плана. Выполнен он из гипса. Своял его скульптор. Работа скульптора. Полностью авторская работа. Значит, высота. Высота. Сейчас по поводу высоты. Знаю, что он точно больше 20 сантиметров. Насколько больше? Сейчас замерим. Так. Ну, получается, самая верхняя точка, это где-то примерно 27 сантиметров. Высота модели 27 сантиметров. Еще немножко подработаю ее, нанесу разметку. Модель будет, ну, так скажем, несложная. Ее можно будет изготовить из двух силиконовых вкладышей. Это раз. Это первая модель, над которой планирую поработать, и то, что можно будет уже заказать. Прошу прощения, с рук снимаю, трясет немного, да? Это первая модель. Значит, следующий вариант. Это вот такой вот кролик. Кролик, высота его 22 сантиметра, высота его. Вот. Сейчас эта модель выполнена из гипса. Сразу хочу обратить внимание, очень слабое место. Это лапки. То есть при изготовлении его, этого кролика из гипса, лапки часто ломаются. Советую при приобретении данной формы или при изготовлении подобных моделей обращать на вот такие вот места, тонкие, отдельно стоящие, длинные. Они, как правило, ломаются. Этот кролик был доработан следующим образом. То есть у него сейчас такой вот внешний вид, если посмотреть сверху. Этого же самого кролика отлил из воска. Вот это вот воск базисный. С ним работают зуботехники. И к нему уже дорезал глаза. То есть сделал, так скажем, более открытыми, более яркими. Сделал текстуру, если камера передаст, будет видно. То есть появилась шерсть у кролика. По всей поверхности появилась текстура. Вот здесь особо видно. Высота не поменялась, размер у него не поменялся. В планах в дальнейшем к этому кролику прибомбить ведро, чтобы сделать его вроде кашпо. Вот еще одна модель, над которой тоже можно поработать. Дальше. Ну, поросенка вы видели, пятачка. Вот. Вот такой вот пятачок есть в наличии. Модель часто находится в работе, поэтому уже нанесена разметка. На бычке, кстати, тоже есть разметка, но он еще с него силиконовая форма не снималась. Зайца тоже. Следующий вот. Вот такой вот пятачок. Тоже достаточно интересная модель. Вот. Размер этого пятачка. Самая выступающая часть у него. Вот 21-22 сантиметра. В принципе, это, наверное, стандарт для моих моделей. Я сильно большие не беру. Беру в основном текстурные, интересные. Вот такой вот у него внешний вид. Дальше. Есть коржик. Корги, да? Вот так модель выглядит. Он бесхвостый. Можно, конечно, ему приделать хвост, но это будет уже не совсем корги, да?
Высота его 26 сантиметров, это уже помню наизусть. Дальше, что еще есть? Есть. Сейчас, одну минутку. Вот такая вот черепаха. Высота ее 33 сантиметра, она выполнена в виде кашпо. Вот, горшочек у нее снимается. Сегодня будет такой обзор на модели, которые можно запустить в работу. И снять с нее силиконовые формы. Вот. Сама модель достаточно интересная. Состоит она из трех частей. Это только сама черепаха. Плюс горшок я тоже делаю из трех частей. Вот. Высота модели 33 сантиметра. Следующая моделька. Это у нас вот такой вот мишка. Мишка. Высота медведя до холки у него 19 сантиметров, длина 35 сантиметров. Транспортная при транспортировке, но ничего, это восстановим. Модель тоже, хоть она как бы состоит из двух частей силиконовых всего, достаточно сложное получается в производстве. У нее сложный разъем идет по лапам. А вот так всего две части вроде, ничего особенного. То есть надо подумать насчет разъема. Здесь приходится, даже когда делаешь не первый раз, сталкивается, приходится вспоминать, как ты это делал. Что еще по поводу моделей? Есть вот такая вот модель. Фигурка называется «Лемуры». Понравилось, мне тоже купил. Вот есть возможности ее тоже запустить в производство. Дальше. Вот такая вот белка. Белка. Высота, по-моему, тоже ее около 33 сантиметров. Нет. 27. 27, да? Да, 27. 27 сантиметров высота общая. При желании ее тоже можно изготовить из двух силиконовых вкладышей. Поделить ее таким вот образом. А вообще, в оригинале эта белка приобреталась на AliExpress. Она сделана по обходу из трех или четырех даже частей. Такой у него вот есть богатый хвост. Так, ну и что еще? Есть еще перчатка. Перчатка. На этом, наверное, все. Больше как бы ничего нету. Сейчас покажу перчатку. Покажу перчатку. Есть вот такая, как бы, да? Есть. Как бы до нее добраться. А вот эти покажу. Вот отлитая из гипса. Вот отлитая из гипса. Выполнена на виде кашпо. Здесь сюда можно вставлять ручки, карандаши. Пример показать, наверное. Вот так, наверное. Будет понятно, да? У нас стол. Где-то там есть видео как, о том, как, или фотографии, как она уже готова выглядеть раскрашенная. В общем, вот такая вот перчатка. Так, по поводу высоты. Высота. В самом высоком месте получается у нас 22 сантиметра. Вот. 22 сантиметра. Вставляется живой шнурок, шнуруется, ну и, соответственно, перед этим раскрашивается, лачится. Так, ну вот, наверное, пожалуй, и все модели, с которыми на сегодняшний день я могу работать, которые есть в наличии. Так скажем, это был объемный видеоответ по
прайсу, так скажем, не по прайсу, по ассортименту моделей, которые есть в наличии. Вот еще тоже Дед Мороз. Высота его 45 сантиметров. Выполнен еще из пластилина. Ну, будем работать над этим Дедом Морозом, снимать силиконовую форму. Вот, наверное, основные моменты, основные, так скажем, модели, которые имеются в наличии и по которым я готов изготавливать силиконовую форму на сегодняшний день. Планирую расширять парк своих моделей обязательно. Ну а вам желаю удачи и творческих успехов. Всем спасибо.